Доброе утро. Некоторые зло шутят, что спорт, как и красота, требует больших жертв. Готов с этим поспорить? И вместе с компанией Парафарма сказать вам о формуле здоровья такого препарата, как Левитон. А моя собеседница сегодня будет красавица, спортсменка, участница проекта «Культ тела». Итак, ты участница проекта «Культ тела», а для чего же ты культивируешь свое тело? Скорее, это мечта изначально моя, да, то есть я приверженец красоты тела человека. Ну и как финальный этап, это, конечно же, выход на конкурс по бодибилдингу и участие в номинации по фитнес-бикини. И как же происходит подготовка? Мне вот мужчине очень интересно. Подготовка происходит по-разному, конечно. Бывают и тяжелые моменты, бывают и веселые. Последний раз, что у меня у вас случился, я получила небольшую травму, когда тренировалась колено. Но, слава богу, сейчас все прошло. На данный момент у меня происходит 4 тренировки в неделю, именно в тренажерном зале, то есть я тренируюсь со своим тренером, и одна тренировка у меня кардио, 3 силовые и 1 кардио. И как же тебе в тренировках помогает Левитон? На самом деле очень хороший эффект. Когда я первые недели стала принимать, у меня были достаточно сильные мышечные боли, так как тело не адаптировано к физическим нагрузкам, и, соответственно, вставать мне было, мягко скажем так, неудобно и некомфортно. И в течение недели после приема Левитона боли ушли, тело постепенно адаптировалось. Маша, ты не просто спортсменка, красавица, ты еще и счастливая кормящая мама. Левитон не мешает в процессе кормления? На самом деле существует мнение многих мамочек, что вообще занятие спортом, оно как бы уменьшает количество молока. На самом деле это не так. Важно быть, самое главное, спокойной. Весь состав Левитона, он натуральный. И никаких негативных моментов не возникает. То есть на малыша никак это не влияет. Количество молока в норме. Компания «Парафарм» целиком и полностью поддерживает слова Льва Николаевича Толстого. Надо встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. Будь здоровым, будь в форме вместе с Левитоном.